что ты ищешь, гораздо важнее, чем ты можешь себе представить. Всем привет, друзья! Сегодня у нас очередной коп пляжный. Небольшой сегодня трип по маленьким пляжикам. Первый пляж у нас сегодня на реке. Замечательная река. Посмотрите, как утром красиво. Как утром красиво на речке. Просто красота. Тут у нас вот есть пляжик. Небольшой совсем. Буквально тут походить часик. Вот, там тарзаночка на дереве есть. Так что так, сейчас начнем. Пока не жарко, быстренько пробегусь, гляну, есть, нет. Еду дальше, на следующий пляжик. Погнали. А знаете, как ни странно, вот только зашел на пляж, да, и довольно чисто. Вообще ничего не пикает. Смотрю, народ тут, молодежь тусуется на тарзанке. Так, 16-17. Но глубоковато. Тарзанка — это хорошо. Так, ну я сюда потом подойду. Поковыряюсь, конечно, если смогу отковыряться совочком. Так, носочки потеряли. По песочку походим. Раз, раз. И пляж почистили. Банки я копать не собираюсь. Что, остается помыть катушку да сворачиваться. Вот это да. Вот это ситуэйшн. Красавцы. Просто красавцы. Не, ну да. Чисто как в трамвае. Все. The end. Другой пляж. По-быстренькому. Сейчас тут поползаю, посмотрю, есть что, нет. Вот такой вот пляжик. Есть еще место, конечно. Вот на той стороне гора. Но туда хреново добираться. Просто хреново по пескам. Поэтому туда я, наверное, сегодня не потащусь. А так здесь пробегусь. Посмотрю, может, тут что есть. Хотя тоже маловероятно. Но даже не отвлекаюсь на всякую ерунду.
получилось. 18-19. Ну что тут может быть, конечно? Конечно, пробка пивная. Да. Вот такие нынче пляжи. Дошел я тут до какого-то лежбища бомжатского. Или тут что-то праздновали. Куча мусора, стаканчики. Палатка. Палатка у нас тут. Может, хороший материал? Так, надо будет посмотреть материал. Может, реально можно какую-нибудь попону с него сшить? Ну что, друзья, последний заход, третий пляж. Как говорится, уже почти дома. В общем, сегодня какое-то фиаско. Никаких находок. Сейчас пробегусь тоже по-быстрому. Посмотрим, что есть. Погнали. Фу, жарко, друзья. Жарко становится. Время 9 часов. А я всю эту экспедицию начал в 7 утра. Уже был на речке. Было хорошо. Сейчас уже все. Припекает. €5, наверное. Вот она лежит, смотрите. Вот она, родная. И она тут не одна. Обратите внимание. Смотрите. 5 евроцентов. Оп. И 20 евроцентов. Оп. Я думаю, здесь еще может что-то есть. Вот это я удачно зашел. Нет, все. Пока все. Правда, даже на морожка не хватает. Но ничего. Ладно, еще найду, покажу. Артефакт. Автомобиль. Правда, без задних колес. Но ничего. Колеса какие-нибудь приделаем. В коллекцию пойдет. Так, друзья, хороший сигнальчик напился. 20. Что-то мне напоминает, что должно быть евро. Ну, как минимум 50 евроцентов. Нет, не 50. Раскатал губенку. 10. Но все же находка. Вот что значит, когда не бито. Приехал вовремя. Приехал я, ребятки, сегодня вовремя сюда. Опять красивый сигнальчик. 20, 21.
Ну, чем этот раз меня порадуем? Желток нет. Опа. Что тут у нас? 20 евроцентов. Нормально. Это я уже почти миллионер. Ну вот, друзья, опять отличный сигнальчик. Опять что-нибудь желтенькое. Я так предполагаю. Десять евроцентов. Вещь. Тут что-то непонятное. Видимо, пробка будет. Мутный сигнал. Да, она самая. Пивная Алдерис. Так, друзья, идет хороший чистый сигнал 16. Поглядим. Опа, что у нас тут? А у нас тут колечко. Серебро. Вот это я удачно зашел. Лайк. Так, что тут у нас? Что тут у нас прячется? Опа! 20 евроцентов. Отлично. Так, ну что, друзья, опять сигнальчик. Неплохой сигнальчик. Опа, еще 20 евроцентов. Друзья, наверное, все. Время 10 часов. Становится жарко. Народ потихоньку начинает подъезжать на пляж. Так что, так, что у нас по находочкам? Кое-что нащелкал. Сейчас покажу. А по находочкам у нас сегодня 95 евроцентов и одно серебряное колечко. Ну и все. Ну, спасибо и на этом. А то я думал, что вообще поначалу буду пустой. Ну, как-то повезло. На этом все. Пока-пока. Подписываемся на канал. Не забываем ставить лайки. Удачи! Я не богат, червонцу рад. Мне нужен клад, ах, нет, а клад.